Господин Йенс Лоренс. Спасибо вам за все, что вы делаете. Рада присутствовать здесь, второй год подряд в этом зале. Большая честь для всех нас. А сейчас хотелось бы пригласить очаровательную Анастасию Мещерякову, чтобы она спела нам песню. Lovers. Владивосток. Характерное название группы Владивосток. Борган Словерс. Александр Жудов.
Антон Аношкин, Евгений Кудрявцев. Вы, наверное, планируете активно, да. А то вы тут активно палочки-то разбрасывали. Надо иметь дополнительный комплект, тебе-то собирать нельзя, на самом деле. Ну, заработайте на новой палочке. Для этого как раз служит Егор Бардиан, да, для зарабатывания. Александр Мухандинов и Анастасия Мещерякова, которую надо было, конечно, назвать самой первой, поскольку она все-таки барышня. Вот, а как у меня написано, поэтому я так читаю, написано, между прочим, в дипломе, который вам вручается за, понимаете ли, за высокий профессионализм, мастерство и пропаганда мировой, между прочим, джазовой культуры. Поэтому придется теперь расширить рамки джаза, чтобы в него входило то, что вы играете. Непонятно, кому давать. А, вот, пожалуйста. Поздравляю вас. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. И у нас такой короткий сет, первый сет очень короткий, но зато у вас будет много дел в перерыве, я напомню, какие именно дела. Две просьбы у меня. Первое, это там существуют такие анкеты, в которых вы, заполняя, оставляете свои координаты для связи с вами. Это, между прочим, очень правильная вещь. Я знаю, что на джазовые события самого разного рода вешать большие какие-то рекламы, растяжки бессмысленно, потому что их читают не те люди, которым это нужно. А вот те люди, которые нужно, оставляют свои мейлы, телефоны. И это такая целевая, даже не реклама, а распространение информации. Когда происходит что-то интересное, я сам так поступаю в Москве, я делаю рассылку, и люди приходят, они знают, на что идут, кто им посылает эти рассылки, так сказать, можно на этого человека рассчитывать или нет. Так что вот все заинтересованные, пожалуйста, оставьте свои координаты в этих анкетах. Это первое. Второе, вы знаете, что у нас происходит голосование в связи с выступлениями групп приморских. И способ голосования очень прост. Вы оставляете свои билеты в прозрачном ящичке. Это все быстренько подсчитывается, вручается приз. Приз зрительских симпатий. Мы его должны вручить в начале следующего, второго отделения. Поэтому вам дается ровно 15 минут на то, чтобы произвести это действие. После этого все быстренько будет подсчитано за 5 минут. И мы будем вручать приз, да? Вот нужно уложиться в это время, иначе мы не успеем просто посчитать и определить, кто удостоился приза. Ну, а после всех этих операций, там, посещения буфета и других мест, положенных в антракте, дальше будут играть американцы. Антракт.